Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте. В общем, Элла Федоровна легких путей не ищет. Хочу сшить. Ну, это уже не самый модный фартук, как бы говорят, но японский фартук. На Валберисе каких только нету фартуков, но мне захотелось именно такой. Поэтому я приступаю. А эту выкройку я брала в интернете. Так что не мои труды даже и хвастаться. Я даже показывать не буду, как я. Это просто такой будет влог. Что я сшила. Посмотрите. Вот выкройку я с кусочка склеила, да? Этим. И теперь сейчас буду выкраивать. Посмотрим, что получится. Ну, вот так вот разложила я, да? И сейчас скрепочками все скреплю. Потом обведу и вырежу. Так, выкроила. Сейчас прогладила. И будем приступать к шитью, да? Ну что, мои дорогие, я уже в новом фартушке. Так, видно вам или нет. Я сейчас постараюсь наклонить и показать. Ну, этот японский-то фартушек. Видно вам или нет? В общем, я очень рада и довольна. Я еще внесла здесь свое ноу-хау. Сейчас давайте вот так покажу. Вот. Здесь, видите, пришила пуговичку. Да? Для чего эта пуговичка? Это пуговичка, это вот одевается вот так. И если вдруг там руки мокрые, надо вытереть раз-раз. Можно как в кармане ложить. Можно вот так. Вот. Потому что у меня в тех вот здесь пуговичка. Пуговичку я просто взяла простую пуговицу и обтянула ткань, и она получилась. Вот. Так что давайте я вам покручусь. Девочки, с выкройкой совсем 3 часа ушло. С шитьем, гладить. Вот. Но это не самый легкий способ. Ищите самый легкий. Есть там вообще, что не надо, а только один шов. Я просто нашла бесплатную выкройку. Поэтому... Вот, смотрите, здесь у меня пуговичка. Очень удобно. Ну, это опять-таки как кому. Другой мой фартушек. Здесь у меня пуговичка. Вот, видите. Так, здесь. Вот. Тоже. В общем, везде. Чтоб не об фартук руки вытирать, а тут раз. И все. Поэтому мне очень нравится. Ой! Мои дорогие, ну вот и все, что я вам хотела рассказать, показать. Если кому понравилось, ставят пальчики вверх. Кому понравилось, вы меня извините. Я есть на Яндексе, я есть в Ютубе, я есть в Телеграме. Все ссылочки внизу. Всем пока-пока-пока!